Итак, Антон, один голос против вас. Мы вас выставили. И вот что дальше. Интересно, Настасья сказала своим голосовать против Антона Беляева. Они проголосовали против Антона Беляева. Я сказала своим голосовать против Паши Микуса. Они проголосовали против Антона Беляева. Что это за люди вообще? Люди, вы почему не слушаете меня? Мне, может быть, нравится Антон. У него штаны махеровые. Какеровые? Махеровые, красивые. Ирина, значит, тоже Антон. К сожалению. Но... Да. Ну что, а можно у детей просто. Ну, пытаются. Ну, друзья, тем не менее, Настасья против вас один человек. Кто мафия? Пишите. Двигаемся дальше. Кто мафия? Мои цифры твои. И решили проголосовать после против Паши. У меня 37% считают Пашу, ты мафия. Павла этим днем тоже оставляет. Твои молодцы. From Iron with Love. Два голоса у нас Антон, Настасья один голос, Павел один голос. Mm-hmm. Дальше. Мне очень жаль, но, видимо, тоже мои ребята защищают меня, и Настасья меня покатила бочку, поэтому ответка. Ребята, услышите, пожалуйста, это точно не Настасья Самбурская. Прошу вас, поменяйте свое мнение, но пока 23% против Настасии. У меня 48, у меня разброс. Два голоса против Настасии, два голоса Антон. Пишите, кто мафия. У меня Паша Микус. Паша. Микус. 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 Как хотите. Паша, два голоса. Хочу Микус. Два голоса на карту. Николай. У меня Антон Беляев 46%. Три голоса Антон Беляев.